Всем привет! И сегодня мы делаем с вами такой летний яркий макияж, который будет состоять из ярких стрелок и яркой помады. И начну я с теней Bobbi Brown, кремовые тени. Я использую их как основу под тени. Они достаточно, можно их вот так распределить пальчиком, они хорошо распределяются по веку, и тени и карандаши не скатываются у нас на глазах. Далее я беру тени Inglot и распределяю светлый оттенок по всему верхнему веку. Далее я беру более темный оттенок и наношу в уголок глаза, а именно в складку глаза, вот такой более темный коричневый оттенок. И наношу я кисточкой 217 от MAC. Это, пожалуй, самая удобная кисть, которой можно распределять тени по складке. Дальше я помогаю 224-й кисточкой немного растушевать наши тени. И с помощью вот этих двух кистей мы делаем такую растушевочку. Далее я беру Aqualine от Make Up For Ever, черную, и рисую стрелку. Стрелку я обычно начинаю рисовать с центра глаза, потому что уголок глаза и внешний уголок глаза – это самые ответственные моменты в стрелке, и нельзя тут напортачить, поэтому я сначала отдаю все в центр и дальше распределяю главные моменты. Это уголок глаза и внешний уголок глаза, и спокойненько дорисовываю стрелочку. Вот таким вот образом. Наши стрелки готовы, немножко дадим им высохнуть. Возьмем такой вот карандаш от Paris Berlin, он у нас кремовый, а также можно использовать белый карандаш, этот более такой поспокойнее, и наносим его на слизистую. Дальше я беру вот этот вот оттенок коричневый от Inglot темный и наношу его по нижнему краю ресниц и немного растушевываю. А сейчас мы берем самую важную часть нашего макияжа. Это яркий розовый, уже сказала не розовый, а фуксия, такой яркий карандаш от MAC из новой коллекции. И рисуем поверх черной стрелки, рисуем вот эту вот розовую стрелку. Карандаш очень мягкий, очень хорошо распределяется, им достаточно легко рисовать стрелку, просто идеально. И держится тоже достаточно долго. И также мы повторяем с другой стороны. Сначала я отдаю центр. Все нервы трясущейся руки при покраске стрелок. Дальше уже спокойно рисуем основные детали. Теперь я подкручиваю ресницы и наношу тушь от Max Factor, которая очень мне нравится, и наносим еще на нижние реснички.
И если вы хотите такой более спокойный образ на день и акцент только на глаза, на яркие стрелки, то можно взять просто нейтральный блеск. У меня блеск это от Makeup Forever. Но если вы хотите что-то более яркое, что-то более солнечное, можно взять помаду яркого оттенка. И у меня это Liptar, такой коралловый оттенок. И наношу я его на губы, и получается такой яркий летний образ. С вами была Саяна Галина. Пока-пока!